Есть, у меня есть в сковородке. Бля, давай, давай, я на железке, я Давай, вернусь на завтра. железку, идите, на пацана накормить, блядь. Давай, Вы просто по пошли, железке Руслан. беги. Идем. Вот-вот-вот, где два этих контейнера. Сначала железку вернуть. Ну, Анмитровск прошел, беги дальше вдоль Свергина по железке, я к тебе навстречу вышел. Дамбу, да, ну да, дамбу придумал. Блин, ну я не вижу, чтобы многоэтажки были застроены. Не, ну он не говорил многоэтажки, он написал Североград. У меня как в комментариях под видео он там писал что-то в доме или что-то как-то он написал. Сергина я уже скорее всего пробежал. Сейчас я на железку зайду, дам выстрел с пестика, чтоб не громко. Да, пошли смотреть. Вон забор какой-то. Да, они здесь. Даю выстрел, слушай. Многоэтажки застроены. Так, слышу, слышу, стрелял. Вперед бежишь или назад? Вперед. Тут мы бахнем. Как бы без проблем, а дальше что? Тут все у них. Тут что-то вон уже разломано, блядь. Тут раз. Ну-ка. Что? Тут застроено. Тут это трехзначкой застроено. Вот ящик пустой. Да их уже рейдили. На во второй. Здесь, ну в смысле где? Ну конечно, да. Че, прикрывай меня? Короче, я получается походу у Северограда уже. Да, ну ты же говорил, вперед бежишь, я вернулся в твою сторону. Пиздец. Так, а что у них целая? Целая воротина. А, она у них поломанная, да? Она у них поломанная верхняя. Че, может доломать пару грен? И все, она откроется. Да она может открыта вообще. Нет, тут висит трехзначка. Вот вопрос подбирать или взрывать. Дальше не вижу. Да лучше, наверное, подобрать. Блять, ну она у них желтая, тут две грены. Давай отступай туда назад лучше, Русь. Назад. Чтоб ты тебе не подступил. На мантон с тобой ты бегает, школу не видишь? Я уже напротив школы стою. А, Антоха тут? Не сейчас надо. Это Антон с тобой бегает, там а не я. А, все, Антон, все, я понял. Это Антох. Отбегай, не, отходи, уходи, прям туда, прям, уходи прямо туда в комнату. Я к тебе прибегу. Короче, на путях напротив школы. Угу. Путям так и бегу. Должна открыться. Нет, сучка. Оранжевая, блядь. Еще одну грену сейчас кину. Антоха, отбегай. У нас гость. Кто у нас здесь? Многоэтажки. Никого. Стреляйте. Сейчас мы найдемся и со стороны железки или школы вас прикроем. У нас гость. Вижу тебя. Наверху.
Вдвоем здесь, блядь. Так, Антох, на тебе на всякий. Случай нет, вот этот прицел снимай, пока ночь. На, забирай. Зомбяк. Кто-то зомбя бьет на улице. Че, маленечко, подкрепился? Так, пацаны, красный на улице там, да. Смотрите, чуваков. Еще красная пока, все желтое. Ну что, на школу пойдем? Ну на школу что-то прям, мне кажется, оттуда вы ничего не увидите. Идите на карьер, с карьерой шмаляйтесь вообще. А мы во второй, понял, которая ближе к Северограду, не которая в Новодмитровске, а которая в Северограде. Ну, вторая, в сторону запада, да? Угу. Понял. Так, что я пробую? Димас, это давай это по повязочке оденем. Прикинь, не вскрылась, прикинь. Ага. Что за бред вообще? Еще одну грену. Сейчас еще одну прокину. Да, отойди лучше. Упала. На нахуй. Нету забора. Так что вы думаете по информации? У вас снаружи человек есть или что? Тут еще одна трехзначка на улице. Ну что, это я открываю. Буду, короче, буду крутить сейчас. Да нафига нам, ее не хватит все равно. Блять, я так и не понял, у вас есть человек снаружи или нету, блядь? Может, это зомби бьёт? Нет, он на крыше, чел. Спустился, я слышал, что он по лестнице там топает. Ну вот, блядь, а вы говорили на школе не имеет смысла. На улице кто-то бил зомбака. На улице кто-то бил зомбака. Так может... Он там вышел, на крышу заспаунился. Я пойду на вон то здание, Дима. Да, наверху он ходит. Так, меня бы кто-нибудь прикрыл бы здесь, конечно, было бы четко. Жду. Так, мне надо перезайти, чтобы ПНВ уже пропало с меня, нахуй. А что, не видно? Ой, уже все видно? Ну, блядь, для меня уже, для моих настройках все слишком ярко. Так, дальше поехали. Ну да, время еще за пивом сходить. Здесь он уже прям над нами.
Два чувака. Вот он. Вот он, вот они, вот они, вот они, я вижу. Вон они. Я не вижу, чтобы с нами кто-то разговаривал. На нахуй. Взбодрился? Взбодрился, сучка. Так. Ну чё, как тебе там? Кайфовенько? Вы на каком этаже? Мы на втором. Я могу снять сверху человека на верхнем. Так убивай, убивай. Подожди, мы на третьем, да, мы на третьем получается. Они где-то выше. 4-й, 5-й. Сука. Минус. Что там, Сережа, докладывай. Ты что-то пошел за пивом, как бы не в то время. А, ну блядь. Попись. Да. Он сдвинулся, наверху был. Я выключил игру, чтобы потом на прогрузике играть. Вижу, вижу. Ну давай. Антон, делай, как считаешь, нужно. Запьем, значит, запьем. Многоэтажки, Североград. Я дальше кручу. Вы где? Где-то в третьем этаже или вышли на улицу? Мы третьим. Там двое вижу. Да, их двое наверху. На крыше прям. Одного зацепил. Молодец. На лестнице. Одному хорошо зарядил. Блять, наверху. На улице меня сняли с дома. Блять, сука. Наверху, короче, Хатабыч. Напротив тебя, там два дома наверху. Один на улице. Да и меня там нет вообще. А с кем я был-то? Со мной. Ну я понимаю эти дома, блядь. Я залез на здание, которое с карьеры. Враги на ближайшем ко мне здании или на дальнем? На дальнем. Прямо напротив вот этих двух этажек. Два дома наверху. Минут на улице. Не мы. Пытается прострелить. Меня пытается прострелить. Ну он на пятом этаже. Один. На пятом было двое, одного. Контролит лестницу один. Контролю я вверх. Получается, многоэтажки все наши, блядь. Двое нас здесь только. Так, я не понимаю полную расклад сил, блядь. Да. Ну вот, контроль низ, не наши. Зеленой повязкой кто? Не мы. Окей, вижу цель. Оу-е. По кому? Попало. Не попал. Попал. Внизу.
Добил его. Убил. С зеленой повязкой, да? Все. Вяжусь. Вперёд. Зеленая повязка была? Не вижу, я в ПНВ. Таким с этим, с 90-ком. Да. Пока вязать я не могу, я тебя крою. Но на улице еще есть ты кто-нибудь, Антох? Я с этой позиции не вижу нижний подъезд, я вижу верхние три этажа и все. Кто-то порезался там. Так, все четко, огонь. Дальше. Работаем дальше. Блять, ну я попробую подсняться с края карьеры, сейчас у нас прикрывать. На, я тебе говорю, на. Кто-то режется. Сейчас я починюсь. Надо дальше крутить. Так, нам надо узнать, есть ли кто на улице, чтобы это тело попробовать разлутать. Так, на улице так. Был один, который менял. Есть. Так, все, тихо, я тут. 74-ку забираю. О, Грена у него. Я бегу с Новодвинницкого, если что. Только отключил микрофон, чтобы мешать. Да сейчас, вот тут все есть. Успокойся, все четко. Давай. Кто бы это режется? А, это ты? Броня вообще. Он, получается, был на третьем этаже, да, этот штемп в коридоре? Да, между этажами, правильно. Все, так, тихо. Да. Так, я тут тебе кидаю на пол ПНВ. Я тебе кинул на пол ПНВ. Я понял тебя. Кинул тебе еще одну обойму. Да, блин, заряжайся. Вот ты. На пол. Смотри. Забирай. Да, отойди, дай мне выйти. Мне надо выйти. Все, заходи. Молодец. Закрывай сюда лучше, там пока побыть. Я с северной как раз вышел на ваши подъезды, то есть сверху. Возьми этот жилет, лежит. Я снял. Ну как бы что есть пока. Которая ближе к СЗ. Граната. Кто-то пытается прокинуть нам. Бери билет, а не мой. Надо тебе еще возьми. Заряжайся. Под докнем прям жестко, не попались. ПНВХ 74. Патрики, Грены. Семена. Да нет, нормально. А еда у него есть? Да. Вынесите на улицу. Как скажешь. Ну вот тут уже, блядь, яблочко желтое, блядь. Так, что будем сейчас, короче, наверное. Будем, наверное, взрывать и рашить. Ехал.
водичку пополняю все. Алло, блядь. Они еще до туда добраться не могут. Вот сосед. Они нет. Там тут еще враг. Тут сейчас кинул сейчас грена. Конечно, есть. Че? Покрутить еще? Кто в воду пьет? А это на соседнюю многоэтажку все зайти и кинуть туда грену с крыши, блядь. Дядя Федор, коль прогруз делаешь, соседнюю многоэтажку проконтролируй, есть там кто-то, нет? Так, я пытаюсь подобрать. Зомбак еще только на входе подзавис, блядь. Yes. Первоочок нах. Сидит где-то, нас там ждет. Грин жалко, потому что там дальше, возможно, будет... Кто? Я? Ну, это трупчик нашего нашел, а он такой, блядь, завис. Ну, когда я, блядь, вижу в упор человека, да, сейчас самое время говорить. Че, пойду этого разрежу тогда. Это я тут бегаю сейчас. Это... Я режу. Пропал нахуй. Интересная весть. Да. ПНВ заруинено. Так я себе дал ПНВ. А ботинки ты целые? Нет, так сильно повреждено, но можно починить. Где ты? На. Ботинки если надо. Можно починить. Вот эти. Чини вот эту фигню. Вот. Сильно повреждено или корняком. Попробуй с корняком. Попробуй с корняком. Да, ремешок нужно. А набор электрики не уничтоженный? Но она работает, один фиг. Конечно, она работает.
Так он должен работать. Это на том трупе еда осталась, у меня просто уже краснеет. Ну, который у вас, блядь, в здании над, заходи, между этажей. Заходи, мне сюда. Заходи, Антох. Антон. Yeah. На, Антох. Я на заборе. Сижу, кручу. Бери. Все, ушел в дозор. Тихо, давай, тихо, тихо, веди себя. Че тебе дало? Ай. Ай. Марик, я твой труп разрезал, так что, наверное, если ты поторопишься, успеешь все подзабрать. Угу. Я. Ничего. У тебя с собой гримы? Нет, а еще у кого? Взрывайте еще одну эту многоэтажку рядом. Ее взрывайте. Да, 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 ее взрывайте. Да? Нет, Федор, как в подъезд будешь заходить, это скажи, чтоб я не моросил. Вы Свергина? Где? Ну это рядом с Вергином. Решено всех. Нету воды. На, где ты? Где ты? Где ты? Где ты? На тебя. Поесть. Ешь. Воды, воды он тебе накинет. Он тебе накинет воды. На тебе витаминка. Будешь быстрее выздоравливать. Понял, принял. Да. Тут трешки.
Да. Да, прикинь, его надо дезинфицировать. Офигеть. Ну вот прям напротив подъезда. Видел тебя сейчас в окошечке. Я уже с тебя встал, станцевал. Нет, нет. Ты чё, ёбнулся? Ты не туда смотри. Развернись. Ты не того видишь. Нет. Потому что он не лиса, да? Пять пятьдесят шесть на 45. На моем группе там было, по-моему, 20 с чем-то штук, блядь. Там пачек, блядь, несколько у тебя, блядь, было. А где, вы в Северограде? Многоэтажки, многоэтажки. На месте там, да, или перемещаетесь? На месте. Будет. Запиши. Запиши лучше. Запиши, конечно, книгу должников. Ты отремонтируй это, да? Я тебе скорняк дал, отремонтируй. Да, да. Я тебе дал. Вижу высотки, ну как высотки, пятиэтажки, да, эти имеете в виду? Да, две штучки. Справа. Ну, тогда вы внутри, да? 747.
Тогда я подхожу, не стреляйте. Если это то. А какой подъезд? А там один единственный, во втором на пятажке. Мы бежим, да я, наверное. Мы зашли. Открывай, 747, вводи. О, а как внутрь пропасть? С той стороны подъезд. Блин, порезался. Следующее? Да, 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 вот этот. Да, да, да. Проезжу, захожу. А где вы? Наверху. На последнем? Ну, отлично. Да. Вот, тут чат один. О, я кого-то убил. Ну, а, он взорвался от своей гранаты, прикинь. Вот у него все лежит. Блять, не-не-не-не, стоп, это мой бронь. Это я. Привет, дайте зайти. А то истекаю кровью. Кстати, Антон, возьми повязку оранжевую. Или не хотите? Пистолет. 74. Опа, нету. Была и не стала. Это была 74. О, патроны на пистолетике, блядь. Батарейка убитая уже. Все, ребят, забирайте, что кому надо. А где вы, чё? На самом верху. На крыше? Угу. Может. Да. Отходи. Возьми повязку. Отходи, отойди. Зачем она нам? Не надо? Давай, пусть будет. Если на всех хватит. На всех я сделал. А, ну все, там, да, отлично. Чё там у вас, оранжево? Угу. Улетел замок. Че, пойдем в тот, нет? Ту будем бахать. Там может ящики. Федор же смотрел, что там нет ничего. Там точно ничего нету, ящиков нету. Возьми повязку, может. О, 74-ка еще одна. А ты там, дядя. Дайте мне 74-ку. Чем бегаешь? Так у этого еще, у этого же есть 274-ки. Кому еще на повязку? Не надо никому. Антоха, ты сейчас а с каким автоматом? У меня нет Лара. Нет, Грам, Компакт, Грамар, это кто? Да все свои. На тебе повязку тоже. Да он себя взорвал, дебил. Кому там еще 74-ку надо? Да 7-16, блин. Чё, взрываем ту или нет? Посмотри, ящики там есть или нет? Тут как бы тоже одни ящики. Я сейчас скину, я думал, никому не надо уже. Держи. Калаш уже всех есть. Ну хоть не зря сходили. Маленько пофайтили. У меня 74-ка нахер не нужная мне. Кому отдать ее?
Семсерка. Он еще на М. Кама, не кама. Ну, перчаточки. Вон Антохе надо перчатки, да, Антох? Ну, у меня медицинские, мне пойдут. У меня тоже есть медицинские. Тогда все. Штанишки. Пойдемте на СЗ воевать, нахуй. Но у них тут четырёх значка, слышишь? И проволоки прям до жопы. Дальше у них только там, я смотрю, вообще нету воротин. Вообще нету воротин. Одна только воротина. Её можно вообще под садом пролезть. Кстати. Чё, я 74-ку выкидываю тогда, да? Никому она не нужна. Кидывай. Не одна, нормально. Больше не надо. Нет. Удачи. Ружейный 12 калибр нужен кому-то, коробка целая? Нет. Так, какие патроны? 7.6-39. 7.62-39, я возьму. Давай, я вот наверху. Что еще есть у меня? Клиента. Я на улице бегу. За тебя. Иди заходи, что-то. Да нахуя мне туда заходить? Я тут крою подъезд, блядь. Мне тут чем надо, блядь. Че, под садом полезем во вторую, нет? Так ты Федор Михайлович должен посмотреть еще раз. Ну? Одна воротина, как бы грен, жалко, блядь, на них тратить. О, где это дядя Антон? За забором. Ага, я понял. На тебе. Да стой-то, подожди ты. В чем мне прыгать? Кто там ползает, кстати, возле забора? Да мы ползаем. На. Ты на улице бегаешь? Мы на улице. Повязки, смотрите. Оранжевая повязка, вижу, ага. Там мы. Все. Да нафиг нужен? Да это бред. У всех есть повязки? Да, оранжевые. Где Волга стоит? Зачем? В амбаре? Ух ты! Подожди, ты сейчас можешь вот так увидим. А нет. Да, надо бахать. А тут мы не выйдем. У чувака там аккумулятор, я его резал. На грузовик. А, чё, бахаю? А у меня 3 грены. Не хватит. Так иди бахай. Надо 5. Бахать этот выезд. Выгоняем технику, блядь. Да.
наверняка, блядь, заруинены. Тут пытались, блядь, зарейдить. Бахайте это грены. Лагает, ну. Вообще, есть ли смысл тут оставаться на этом серваке? Ну, поломать тачку всяко надо. Чтобы, блядь, жизнь, блядь, шоколадной не казалась, нахуй. Пять там. Давай, работай, мальчик. Нету. Всё. Лети. Без колес. О, а что есть внутри? О, потрошки свои бери. На грузовик, вот они. Потрошки. О, осолдовские прицелы. Еще колес. Аккумулятор. Че, руините? А, подождите. Колесо одно только. Че, руиним им, нет? Волгу руини, да? Колесо одно. На Волгу два. Давай. Да ты делай, нет, ты можешь делать, что хочешь. Пока. Животное приминало. Ах ты, блядь. Что? Что? А, все. А, все, да. Че грузовик? Поедете на нем путешествие? Да там только двое сядут. Там только двое сядут. В этом проблема. Че, бью? Лететь надо отсюда, ну-ка. Чем он здесь? Валентина. Валентина. Да тут, блядь, 20 человек на серваке. У нас тут только 5, блядь. Надо было закрыть эту дверь, не? На замок. Какого? Да, нафиг, мы ее уебали. Ага. Вот и. Чувак сам себя взорвал вообще, конечно, он, наверное, загрустнул прям жестко. А сколько всего чуваков было? Два. А, три. Один на улице. О, что это такое? Прикинь, колеса на Волге найду. А нет, это зомбак. Вообще. Этот файл был.
Смотри, повоевали чем. Ну, мы повоевали.